Так, да, всем привет! С вами Гинка Сенсей. И сегодня пришел день. Пришел тот день, когда мы закупаем еще 50 пакетов и открываем 100 альфа-паков. Погнали. Погнали. Я чуть не уверен, я думаю, что будут комонки одни выпадать. Ну, не, кстати, неплохой. Неплохая шляпа на Валькире. Ну, не знаю, мне по крайней мере нравится. Очки клёвые. Ого. Раз такого нету. Не, ну красиво, золото переливается, чё. Аук теперь. Все говорят, команда, играй с командой. Теперь можно с аугом побегать, потому что скины есть. Нормально. О, следующий. Такой же. Ну, не знаю. С пулеметом как так, такой себе бег. Почему? Почему? Ну. О, мусор выпал. Ну, тонкий лед, отлично. Револьвер, шикарно. Хорошо выглядит. Еще тонкий лед. Красивая пушка. Теперь на Егера можно поставить новое что-то. Хотя на Егеров у меня скинов достаточно много, но не знаю. Правда, похоже на то, что слабо текстурировано, но, видимо, это все-таки такое что-то типа золотого хрома. У меня есть вот очка. А, еще один мус. Мне не нужны чары. Слишком много скинов стало. И все повторяется. Ну, ладно. Хотя бы. Зачем, если у меня есть хлама? Все еще не имеет смысла. Легендарк! Тачанкина. Ну. Ну окей. Защитное стекло. Ну окей. Такая си легендарк. Я выиграл Сушина. Успех. Жбоя. Ну, началось жбоя. Георгин. Ну, кстати, не знаю, мне нравится синий. Хороший цвет. Такой темный. Темно-синий. Нормально, нормально, окей. Жбой, все понятно. У меня, кстати, карта есть на Blackbeard, но, видимо, да, нет на Валькире. Ну, карта. Че, у меня нет-то? Ну... Сегодня день тонкого льда. Манекинек. И спилы у меня есть. Интересно, сколько легендарок будет. Тонкого льда уже, не знаю, 10-я штука. Еще один тонкий лед. Мне кажется, сегодня я выбью весь тонкий лед себе на всех. Вы шутите? Митос. Зачем? Зачем? Что-нибудь хорошее, давай, игра. Гриб.
Тебе чармов я бы себе, короче, повыбивал. Херня. О, еще тонкий лед. Уф! Призрак, уф! Уф, дробовик, ой, как хорошо. Вот это как красота вообще. Мне очень нравится. С черепком, такой переливающий, охренительно. На самом деле, это охренительный дробовик. Мусор. Мусор! Закон. Представляю, как там фильтр сделали, ну точнее в фотошопе просто типа затекстурировали и повесили, сказали, что вот новый скин. Фиалка. Ну, у меня уже на этот дробовик есть хороший скин, так что не имеет смысла. Хотя фиолетовый. Похож на это, на из Saints Row 3 цвет отлично. Мусор, огненный лис. Ну он хотя бы не знает, мусор выглядит хотя бы неплохо. Безумие! Вот да, что-то соотносимое сейчас у меня. Вот, типа Тэтчер. Это победа. Хотя бы типа Тэтчер появился, отлично. Еще один тонкий лед. Эльфы. А, кстати, прикольно здесь с деревом. Зелененькое, с золотом. Нормально для пушки капитала. Я не помню, что у меня там стоит. Мусор. Гравировка. Кстати, неплохо. Серебряный такой. Где легендарки все? Мне кажется, 50 пакетов скрыло, ни одной легендарки. Еще и копии, одни копии. Мусор, все, мусор. Где? Легендарка, давай, Ubisoft. Тонкий лед. Токсин. Ну, может быть токсичным хотя бы теперь. Еще и за каверу, не только за Лесивана, но и... Мусор. Я вообще заешку не знаю. Да подтасовывают, Ubisoft подтасовывает альфа-баги. Ну блин, это один тонкий лед. Ну, Blast, нормально на P90. Отлично, у меня есть на M5. Нормально, теперь на P90 есть. Надо теперь научиться только с него стрелять. Легендарчика! Командир рейда на миру. Ну, учитывая то, что у меня есть, это как его, форма на нее. Может, шлем какой-то, не знаю, какой-то шлем. Это просто каска, серая каска, она даже не цветастая. Просто из-за того, что ремешочки есть, я не знаю. Что это за легендарки, какой хера ебесов? Что происходит? Это вторая легендарка, и вторая, кажись, мусор. Меня радует только тонкий лед. Блин, я серьезно себя обвешиваю все тонким льдом и больше не буду никогда скрывать альфа-пакет.
Дайте мне что-нибудь нормальное. Ну, еще легендар. Так. Дикая природа. На алиби из дерева. Ну хотя не, имеет смысл, потому что у алиби копия только на это, на автомат ставится, так что, в принципе, для ACS 12 нормально подойдет. Не, ну она выглядит красиво. Я, в принципе, приверженец тех скинов, как и у Frost, там тоже у меня деревянный скин стоит на дробовик, так что я, в принципе, не против дерева. Дерево хотя бы текстурка красивая. Хотя, конечно, с туалета забора сняли эту текстурку, сфотографировали. Но кто я такой, чтобы судить про легендарные скины? Ник. Ну, нормально. Вспышка. Ну, не, кстати, клёво. Клёво. Оранж люблю. С молниями, как у Флэша, и золотыми глазами. Отлично. И текстурка очень, очень красивая. Такая матовая. Тканевая, да. Очень прикольно. Этот хорошо. О, едкий дождь. Тоже мне нравятся цвета. Хорошо. Нормально. Только я за 1000 не играю. Единственная проблема. Ну, практически. Этот мусор, который хорошо выглядит, неужели? Я не знаю почему, но это мне нравится. Это мусор, который мне нравится. Такое бывает. Хотя, что, это знак хеликоптера, что ли? Куда они взяли это все? Ладно, не буду даже думать. Это вообще скин? Туман. Это вообще скин? Лалка. Это типа серо-черный? Не знаю, он отблескивает. Я не уверен, возможно, кстати, это как его... не на Эллу? Подожди, это универсальный скин? Потому что это автомат Эллы вроде как. А, это универсальный скин? Ну тогда ладно. Тогда хотя бы на все, а то прям пипец. Стоковое оружие примерно с такой текстуркой идет. Я русский, и у меня есть пуля в 7.62 всегда. Да вы шутите третий раз уже, шок-рок. Отлично, спасибо. Я только побрадовался, что... О, они будут повторяться. Новая Канада тоже есть. Короче, фармим... очки. Красная роза тут. Все нормальные скины, которые более-менее... Рай. Что у Twitch очень много синего. Вот как его в скинах. Пушка. Фломаста. Игрушка. Процентов 50. Йота. Ну что-нибудь, пожалуйста, игра. 50 паков. Сколько я уже... Осталось-то так много. Я вскрыл дофигища. Две легендарки, и одна из них мусор. Дай мне что-нибудь игра, чтобы... О, канат. Ну, флаг канат для Frost, для автомата я, в принципе, одобряю. Так что я даже немножко рад. Дайте мне какой-нибудь хороший скин для Тачантона. Легендарчик! Так. Чё, что-нибудь нормальное? Ёбаный банан. Нет. Банан линейка. Кто это? Что? Зачем? Ну, белый маск, ладно, хорошо, хотя бы такой. Фигня! Первое правило. Споры. Споры тоже херня.
О, ну, кстати, портал. Знаю. Тоже из мусора это, в принципе, нормально. Портал. Морская звезда. Блин, какая ужасная текстурка. Вообще отвратительно. Свобода, неплохо, неплохо. Тоже на револьвер. Но у меня есть тонкий лед, зачем мне револьвер с французским флагом? Не, ну с другой стороны, выглядит неплохо. Хотя почему у него пупырышки? Мне кажется, этот пистолет болеет. Оспой. Легендарчика! Так, 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 так. Только не чарм, только не чарм Ubisoft. О, цикло. Нормально, нормально, хорошо, хорошо. Шапка для смока, да. Легендарная. Прикольно. Мне нравится. Мне нравится. И глаз не видно. Вообще ничего не видно, по сути. С биохазардом отлично вообще. Мне это не случай... Да не, наверное, не выпадает то, что было в этом. В операции Химера. А все? Это все? Серьезно? Ну, видимо, это были... Ну, в конце легендарки зато буду еще полгода копить на скины, на следующие 100 и больше штук. Вот. Да, я думаю, что сегодня вскрытие альфа-паков. Мне очень повезло с тонким льдом. Мне кажется, там каждый пятый альфа-пак это был тонкий лед. Но и мусора было много, и повторений было много, и 4 легендарки, которых, сколько, 2-3 из них, 2 хороших, да, что-то типа, и в конце на смока. С легендарками мне сегодня не повезло. Вот. Ну, даже с мусором, там даже из мусора что-то выпадало более-менее красиво. Всем спасибо, кто смотрел это видео, да. Увидимся когда-нибудь в следующий раз, на следующем вскрытии альфа-пак, потому что они точно будут. Потому что что-то как-то сегодня средненько было. А хочется нормальных скинов. Вот. Все, всем удачи, всем пока. Увидимся в следующем ролике.